рассвете первого дня у гроба стояли, принесли ароматы, что заранее готовили. Камень от гроба отодвинут нашли, тела дуни яхуши внутри не обнаружили. Спящего среди мертвых в тени, он не здесь, он воскрес, сидите впереди. Помните слова, что говорил он Галилея, на третий день восстанет опять его святой. Спящего среди мертвых в тени, он не здесь, он воскрес, сидите впереди. Помните слова, что говорил он Галилея, на третий день восстанет опять его святой. Когда вдруг явился свет, в сияющих одеждах стояли у них люди в ответ. Склонились они в страхе, лица к земле прильнули. Ищите живого, где мертвые, так им возвестили. От гроба ушли весем донести, стремились Мария Магдалина и другие женщины, что верили и ждали слова их, как предков показались. В них веры не было, Петр побежал, увидел пелены, удивился глубоко. Пошли в эмос раздумий, в сердца горели, и я в ушах с ними по дороге шел. Но они не узнали его в тот момент. Какие грусти ваши разговоры. Он спросил, как чужак, неужели в Иерусалиме случившееся не знает никак. Спящего среди мертвых в тени, он не здесь, он воскрес, сидите впереди. Помните слова, что говорил он Галилея, на третий день восстанет опять его святой. На столе хлеб ломал, открылись им глаза, узнали его, но исчез он, оставив лишь слезы и глаза.